Соль. Это у меня ориометр, которым я проверяю количество соли в воде. Ну и вот так сейчас выглядит у меня аквариум. Здесь я поставил 80 литров и переношу все живые камни с их населением в этот аквариум, в эту бочку вернее. Здесь сделал отметки, первую бочку слил, сделал отметку, вот это 80 литров, еще два раза по столько, и у меня банка будет пустая. Вот, кстати, про подкладки под камни вы меня спрашивали. Видите, такую сетку я ложу. Потом засыпаю песок и на эту сетку капроновую ложу камни. Не очень хорошего качества видео получается. Да, люди просят, чтобы я не спешил и потихонечку все снимал. Ну, не получается, все время в бегах. Итак, сейчас я поставлю через этот зеленый шланг, вон в тот бак, который стоит на улице, у меня вытечет остаток воды, и я перенесу остаток анемон и кораллов вот сюда, в эту. Потом хорошенечко зачищу аквариум, поставлю все на место и залью новую водичку. Вот такой план. Вот этими прям весами по 500 грамм порционально я соль засыпал вот в эти емкости. Здесь в каждой емкости лежит пумпа, вода шевелится, температура уже удовлетворительная. Пойдет, можно будет сделать подмену. То есть это у меня получится практически 100% замена воды. Животные в стрессе сейчас, конечно, все у меня там, и крабики. И попробую почистить песок. На стенках видите, что делается. Ксения висит, где надо, где не надо, на обогревателях. Зачищу стеночки аквариума, перенесу. Попробую смоделировать по-другому обстановку в аквариуме. Вода, конечно, уже за это время пожелтела как следует. Ну, все мои животные пока в основном здесь. Все окей, когда закончу, я покажу вам, как это будет выглядеть. Всего хорошего!